выходит. Сначала выходит первый, на которого похуй, просто бьете. Выходит второй со драконами. Потом смотрит, появляется третий, внимательно смотрит на дебаф. И все, когда третий уже появился, вы смотрите, что починился, блядь, пошел. Мне кажется, сейчас появился второй, блядь, с яйцами нахуй, потому что дракончики выходили, блядь, после того, как мы уже убили. Ну, он так и появляется, второй всегда. Нет, первый, второй был с мобом раньше, блядь. Нет. Нет, просто портал остался после босса, в нем яйца будут. Короче, чем быстрее мы первого убьем, блядь, тем быстрее меньше яиц выйдет. Вот мы сейчас проебланили, блядь, и больше было, чем первый раз дракончик. Поэтому, мне кажется, лучше Гера в начале отдать. Когда, короче, пишется, Шадрон уходит в зону сумерек, это нельзя бить. Че, сразу отдаем, не? Ну, что думаешь, Ром? Ну, просто я не вижу смысла, у нас проки прошли, мы дали Геру, блядь, и вообще меньше снесли. Да, сразу сдадим. Получается, пока Геру ждем. Короче, 2 минуты, да? Когда Гера 2 минуты, отойду покурить быстро. Давайте, пока тогда. Я все равно чинился. Саша, а почему ты в портал не заходишь? Мне просто интересно. Ну, может, потому что я лежал мертвый, поэтому я не зашел. Тебя сбрило? Чем тебя сбрило? Я проебал волну. Я думаю, если мы убиваем второго, то хуйня уж придет, в принципе, легкая. А если плюс 3 делаешь, 3 шмотки падает? 213, что ли? 213? Нет, просто дракон с подпускной падает. А, дракон, понятно. Нам надо 10 раз ходить, чтобы у каждого был дракон, заебись. Сейчас за роли дракона можно не ходить больше. Нет. Да, нарулить можно. Можно кинуть пацанов, блядь, все равно простят. Это тут вообще как боженька смолвил. Ну, хули, что перестанем общаться, что ли, блядь, не перестанем. Так, глаза просто пидоразом будет называть. А что групповую-то поставил? Так, ты прикол. Ну, кстати, здесь хуёво ждать, мобы ресурсы, блядь, нам надо быстрее. Типа, сколько до Гера КД? 10 секунд. Уже можно, наверное, стартовать, блядь, если он дай пришёл. Да и здесь. Ещё 4 нет. Троих. Буратино, Скала, Внушение. В первом трое я чуть неправильно сыграл. Ну, типа, не критично, но чуть неправильно. Да не, в первом мы проебались, Геру поздно дали. Типа, уже тройки все прошли, блядь, и Гера подъехала без памяти. Саня, ты здесь? Буратино. Я иссушение давал в босса, нужно было через драконов, чтобы по боссу дамаг проходил. Хорошо, блядь. Надо просто вообще АФК стоять до того, как маленький дракончик пролетит. Мы трэш бьем, все проки, тринки, блядь, плащи, все. Так что трэш, трэш. Ты трэш бьешь? Я вообще не бью дракончик. Вообще тоже не бью. Я тут из... Поехали, я тебя ждем. Давай, готовность все ли здесь? Петя? Здесь, здесь. Гуляй. Забирай. Ярости не Гера пошла, войско пошло.
стена аккуратней. Нет. Нормально. Дракончика ближе под танка зайдите. Лава, аккуратней. Нахуй меня согрелся. Льду умер. Танка проебали. АБР, не? Да смысл уже. Ну уже, да. Эти стены, короче, рандомно, да, дырка появляется? Конечно. Да. Я думал, я самый хитро выебанный с краю буду стоять, ебать, ничего не будет, мне под босса кинули. Давай, соберитесь. Блять, смысла нету Геру ждать, да, на похуй. Типа, блять, трэш рестница ебучий. Пропустите по первому дракону, заебись. Ну вот мы ему оставляем 500к. Слышь, ты говоришь, Геру давай, у меня игра летовнулась нахуй, я думаю, заебись. Че ты хочешь? Воды, да, блять? Покушать. Может быть, знаете, что я придумал? Петя поставит ауру от огня. Я заберу... Пал заберет этот. Третью я заберу тьму. И будем играть через мастера аурами, чтобы не так сильно... Я еще больше лучше придумал, может, блядь. Так, под этот... Хривый, может быть, заберет, блядь, пока дракона, пока этого другого, нахуй, и все. Вот, служит. Че? А, его сложат. Я могу в танк спекнуться. А тебе есть? Не, тут не в танке дело. Ну да, типа, нам чуть-чуть не хватает. Нам типа все хватает, нам просто не везет чуть-чуть. Смотри, а хуёвая идея будет, смотри, выходит, когда уже третий дракон. У нас когда два остается, просто одного фуллова, чтобы забрал на себя Мишка. По нему хоть как он дольше продержится? Ну не, он его уебет. Он же дебаф вешает какой-то, блядь. Видишь, после смерти дракона разгоняется, короче, урон на Сахтарионе. А, все, так бы сразу сказали. Да нормально все было, блядь, нормально. Поехали, ебашь. Два уже неинтересно, два слишком легко. Давай, все. Не типа, хватает, просто не проебаться. Коли палча не хватает оружия. Ну резко. Чисто, Владик, ты руина, блядь, умер нахуй на первом трае и всего, блядь. Не попёр. Кто все? Блядь, Лёша тоже умер. Ауру тьмы лучше поставьте на третью или на первую. Тут две ауры. Ну, кто тьму заходит, кто туда заходит, пускай мастер ауру прожимает. Меня на огонь стоит, что танка не сложила. Чё, поехали? 48 секунд. Гера как раз попозже, пока мне дашь. Че у меня хп так мало, че охуел? Да он всем призывает. Пидор. Короче, встаньте сразу вот между стенками и на дракона палить, когда первый прилетает после стенки сразу. Усилки в хп скиньте. 5 секунд. Стена. А Геры нету, да? Нету. Есть. Вау.
Дракончику ближе к танку. Стена чуть правее. БР даю. Меня сложило. Встал. Больше ОЕшки по трэшу дайте. Трэшу. На пула нету. Пула мало, пиздец. Че, плюс 2 убиваем, ничего, 3. 20 лучше не вышел. Руины, ебать, че. Надо Геру ждать по-любому. Так мне на 9к темное дыхание ударил вообще. А нахуй ты под ебло встаешь. Плюс бедствие, ебанул на 12к. Нахуй он на меня сагрился, че ебанутый. Ну, урон совсем слабенький, меньше ДПС, меньше, чем танк дает, Мишка. Кто? Долго. Да это урон даже если он будет давать как мы, нам, типа, хуй, да, не сильно решил. Похуй. Его же все равно уже, когда еще мы его не поменяем, похуй. Давай делаем трай, короче, если опять все так же хуёло делаем в плюс 2. А сколько до Гера? Блядь, да хуя, 2 минуты. Давай подождем Геру, потому что там 700к остается, так было 400, если Гера ждать. 400 осталось, когда второй прилетел. Сколько? 400. Я не понимаю, почему дракончики, блядь, второй раз выходят, типа, ебать. Хуйню. Потому что долго бьем дракона второго. Ну, второй нет. Драконов вызывает, в том-то и дело. Не, шадрон, короче, вот это, когда пишется, типа, шадрон заходит в зону сумерек, это типа аура, вот это когда не забить. Надо стопать ДПС и заходить, короче, в портал. Вот, ждали. Инту, шадрон. Каску. Да еще ебать время, полторы минуты. Дракончики это первый, как я понял, вызывает. Шадрон это второй. Мопс это второй, да. А третий что делает, блядь? Тоже моб внутри? И да, иммун дает. Все, да. Ой, как чекаю и пуляем. Ну похуй, да, что ждать. Получится, как прошлый трайнер, блядь. Типа не хватит. Может подождем 40 секунд? Ладно, не подождем. Чем? Блядь, дракон летит, блядь, почти минуту. Стол похуительно. Да, Гера пошла, есть, вижу. Там сложил у кого-то друида.
У дракончиков под босс танка заведите. Да я ебать и так там, типа меня сбрила эта лава ебучая, да, с дракончиком. Ну, короче, пизду. У тебя мостал, типа, не действует, да? У меня дракончики ходят. Блядь, горит, еще в какой части карты, блядь, их соберите, хуй, как у меня мостал? Я под боссом стою. Каком нахер боссом? Тогда бы мостал. Я под боссом, у меня лава уебала. 3 минуты КД у него, он еще мостал. Вот, канул, 2.27, хуй. Есть там БР, может? Бля, меня хвостом убил. Портал. Ну, портал пошли. Да нет, там уже это. Моя обязанность оберегать эти я. Когда-нибудь. Ничего, нихуя он загрелся, блядь, хуя. Шли правого убьем. Да там от напулает ничего не ПС мало. Как так? Танк их улипал, здесь остаются. Сколько там, 15к что ли не добили? Да. Ну. Так хули мы не забахнули, блядь. Мне, знаете, что больше не нравится? То, что если мы сейчас пальнем, блядь, и трэш нахуй риснется. Да не, не успеет. Ну, блядь, чем дольше ебать, тем больше шанс, что трэш риснется. Давай похаваем. И разбахаемся. Сейчас дам ребаф. Ну, как раз Геру с пула въебешь. Лучше по друидам кулаки. Там на МПП, скорее всего, будут стоять. Я поэтому войду дам просто 10 минут на всем. За 10 минут управимся. Да, отлично. Давай, готовы? Да, поехали. Хуйня. Плюс 2, хуйня. Нет. Во тьму дойдем, там есть что этот. Лед поставишь, Леш. Чтоб на тебе повисел этот моб. Да, ну такой себе дракон, блять, хуета полный. Его ж контролить вроде можно, фир. Забирай. Ну, стан дается в него. Тоже вроде.
наружу выйдет. По танку заводить. Че, большого нет еще? Сейчас. Рано. Секунд. Что, он когда три было, быстрее появлял? Ну да. Ну это ж типа хард мод. Не, ну он сейчас быстрее умер, блядь, по-моему, 30 тысяч после. Потому что урон не срезан у нас на 20%. Урон? Или хп? Урон. Бля, я со стариона бомбу дал, допустим. Ребятишечки, вы что там еще ОС дрочите? Да. Вы что, ебанулись? Да мы на плюс 3 что-то пытаем. Ладно, тогда жду. И мы еще плюс 2 закроем. Стопнули, зашли. Иди. Нам Сашка не заходит, ему похуй. Мы с... Я похилю. Дим, дай на хп. Вадим есть. Да, даю, даю. Ладно, тогда напишу, когда кончится. Ладно. Чё он говорит? Это кто это был? Потанчу. Дракончиков под этого с артарионой хуярим. У нас с артарион дальше, да, Мишка, удержать? Не, я забираю. Блять, все равно таки не ору. Да, я под боссом, сука, был, блять. Это раз. Ты тоже под боссом был, тебе ебать? Да, я бабу прижал. Ну, ебать, он под боссом. Ну, там прям как раз нас откинуло и под дыханием. Просто кто-то говорил, да ебать, не кидает под боссом нихуя ничего. А там он немножко это был, прям вот на вот этой пятачке. Thank you.
Ну и бейся. Не, плюс 2, что вообще легкий. Нихуя, нихуя. Ну, колечко на танка. Вон кисти, грудь. А чё сумки падает? ОД, 50 ОД. И колечко боешное хоть упал. Кольцо боешное? Угу. Угу. Есть. Бери, бери. На ретрика бери. Да, у меня есть. На ретрика. Бля, а не отдал никому год. Это 200-е, да? Угу. Это 213-е вроде, не? Да какие 213-е, блядь? Или 200-е? Ну, сколько? Это бои вроде. Че, все рулят бои? Угу. О, блядь! Ебать, роль еще пока сотка не будет, да сука! Добери танка, нахуй. А на танка никому не надо, я бы так дал. Я танк, Вадим, веришь? Тебе не нужно оно? Да не, нахуя. Че, все? На завтра ставим этот? Но... Если не нужно, давай я заберу, поменяю, блядь. Можно у такси еще до 8 побегать. Ну, это за... такое, да, знаешь, да, до 8 да, бегать, и потом лучше сразу пойти за один вдох. Я Роме отдаю. Ну, смотри, сами просто. На Хэгане поразвлекаться там, блядь. Потом просто эти сложные квартал закрыть. И завтра кто-то не придет. Блять, квестом оставить квартал на потом. Че, а в НАК сразу идем, да? Не. Завтра оставим, да? Какие там перчи? 213-е? 200-е. Да, да, 200-е. Понятно, хуйта. Я думал 213. 213 из 25, ладно. Он вообще меня не слушает. Не хочу тебя слушать. Я понял. Я распинаюсь перед тобой, все рассказываю. Ну я думал, типа вы же говорили, ебать, там какой-то уровень сложности, блядь, значит.
Что тебе нужно? Сарду?
использовать эту способность. Не сейчас.